Ти замітив, що активність туди перейшла, змії туди, після наших клієнтів, правда. Кстати, от вам, жінчина, що це смішно. Понимаєш? А я здесь, мой персонаж, реально начинал вот что делать. Если бы обращали внимание, я вот так вот на Саша внимание, а я вот так вот через какое-то время. Что поделать сюда, понимаешь, что происходит? Хотя совершенно четко попал со временем, сэкономить время. Отлично. Это Оля вначале. Ну, я услышала отсюда. Еще интересная вещь, когда к вам приходит больше, чем один клиент, пожалуйста, все время, как хотите это делать, но все время перераспределяйте внимание между одним и другим, займите их чем-то общим. Разговариваете с одним, бросили фразу и продолжая говорить ему, смотрим на этого человека. Это же и есть вот та самая подстройка. Это что-то отвечает, мы его слушаем и все время чем угодно, жестами привлекаем и так далее. Ты попал в прессу. Я уже понял.